зимой холода застают врасплох не только людей, но и их питомцев. Теплая одежда – не дань моде, а необходимость для короткошерстных собак или без подшерстка. Йоркширский терьер Экси относится к числу последних. Одежда защищает не только от холода, но и от грязи. Он уже знает, если мы собираемся выходить из дома, то одеваемся. Обуваю его я реже, только если гололед или холодный дождь. Хозяйка Экси, Беатриче, покупает ему одежду из-за границы. В Молдове, по ее словам, ассортимент невелик, да и цены кусаются. Или шьем на заказ в Украине. Отправляем размеры и получаем готовую вещь. Одежда для собак по ценам не отличается от одежды для детей. Целый гардероб есть у французского бульдога Оливы. Самая дорогая вещь – куртка – обошлась хозяйке Алле в более чем 500 леев. Да, одеваемся часто. Несколько курток, маек, платья, носки, кроссовки, ботинки, все есть. Осенью приодеваем, зимой одеваем. Дети любят их трогать, дети любят с ними играться. Весь парк знает Оливу. В зоомагазинах говорят, что продажи, если сравнивать с прошлой зимой, стали выше. Сказались холода. В этом году очень хорошо покупают комбинезончики, потому что похолодало. И свитера. При выборе одежды для собаки необходимо, если вы не можете взять питомца с собой, необходимо знать длину от шеи до хвостика и объем груди. Стоимость зимней одежды для домашних животных колеблется от 200 до 2000 леев.